Они ведут незримый бой с преступниками, обеспечивают ежедневную безопасность каждого из нас. 10 ноября – День сотрудников внутренних дел России. Работников одной из самых опасных и почетных профессий чествовали в областном управлении МВД. К поздравлениям присоединилась и наша съемочная группа. Их фотографии в скором времени украсят доску почета. В этом году именно они – самые трудолюбивые, ответственные и достойные. Праздник начался с раздачи наград. Велена Танделова на полицейской службе около 6 лет. Девушка – наша коллега, только в погонах. Обеспечивает информационную безопасность региона и безмерно любит свою работу. У нас такие сотрудники трудятся, о которых можно рассказывать, о которых нужно рассказывать. И которые действительно каждый день рискуют своей жизнью для того, чтобы защитить окружающих, для того, чтобы защитить жителей города, страны, и очень этим гордятся. И не считают, что это какой-то геройский поступок. Для них это служба. Следователи, инспекторы ДПС, оперуполномоченные, участковые. Служба, которая на первый взгляд не видна. Но когда случается беда, первый звонок мы делаем полицейским. У нас раскрыты десятки убийств за это время, предотвращены грабежи, разбои, изнасилования и так далее. Одним словом, полиция Курской области достойно несет свою службу на территории Курской области. Статистика в цифрах, звание в звездах, результат в качестве. Каждый, кто носит гордое звание сотрудник полиции, отвечает не только за безопасность граждан, но и стоит на защите интересов области и государства. Мы в целом удовлетворены работой сегодня органов внутренних дел, потому что показатели говорят сами за собой. У нас есть по целому ряду направлений снижения фактов совершения преступных действий и деяний. И это как раз характеризует работу наших сотрудников органов внутренних дел. В подарок полицейским праздничный концерт, а затем снова на службу, чтобы куряне даже в праздник были под надежной защитой. Анна Пикулина, Антон Судженко, телеканал «Си».